Здравствуйте, дорогие друзья! Перед вами коляска Quattro Monza польского производства. В ней имеется ручной тормоз, который фиксируется. Также перекидная ручка, вот эти части тянутся. Ложится, садится. Имеет 4 положения. Регулируемые ножки. Фиксаторы на колесах. И очень легко складывается. Вот таким вот образом. Нажимается эта кнопочка, внутренняя кнопочка. И вот здесь вот есть специальный дополнительный фиксатор. Вот таким вот образом она складывается. Можно переносить, тут есть специальная ручка. И вот здесь вот она раскрывается. Приходите в магазин Крошку.